Но, как говорил, ходы подвески вообще ни о чем. И вот он какой-то низкий, его бы вот так вот приподнять. Сейчас я посмотрю, что тут можно вообще сделать. Так, на чем тут что у нас крепится? Но рессоры здесь, конечно, отменные, ребят. Просто. Получится, нет, если мы открутим. Рессорину по центру. И подложим под нее. Ну да. Да, в принципе. Сейчас, наверное, мы так и сделаем. Мы сейчас возьмем и какую-то гаечку туда подложим. Вот так вот, наверное, хотя бы. Может быть, даже вот так. Вот, смотрите. Если не прикручивать, вообще ходы становятся такими путевыми. Так, народ. Обязательно проделайте такую манипуляцию. Он прям стал намного выше и намного симпатичнее. Так, сейчас подложим еще под переднюю. Я считаю, что вот без вот этих вот манипуляций прям даже не стоит на тест ехать. Протектор слабоват, но колеса на несколько миллиметриков выше, поэтому не знаю, как он себя покажет. Вот, смотрите, не забудьте подогнуть переднюю рессорину, чтобы она не втыкалась и не собирала всякую там траву, грязь. И вот теперь смотрите, какой он стал. Даже немножечко начали у него хода появляться. Так, ну давайте сравним теперь. Давайте теперь сравним их. Вот, видите, уже они стали ближе. Немножечко, конечно, все равно бы. Но тут теперь колеса просто. Разница в колесах. Хотя я думаю, что можно попробовать еще переднюю мордаху чуть-чуть приподнять. И вообще будет идеально. Когда мы поставили уже три гаечки, уже не хватает болтика. Так, народ, сейчас хочу сказать такую вещь. Вот если реально вам не прям так вот хочется супер копийности, я рекомендую вам взять вот это такого МЗ, потому что все-таки у него намного все качественнее сделано. Все, смотрите, я поднял. Кстати, по зазорам стало здесь одинаково, так и здесь я померил.
Поэтому вот такой вот небольшой тюнинг ему прям-таки к лицу. Так, колеса ему такие не пойдут, они маленькие. Поэтому их мы просто соберем на прицепы. И еще скажу, насколько же на JJRC все-таки мягче резина. Просто по сравнению с Шишигой, это, конечно, небо и земля. Прям намного мягче они. Ну, такие колесики еще на джипаре, на какого-нибудь. Если УАЗик лифтовать, на такие колеса его поставить, четко будет смотреться. Так, народ, а вы знаете, что я вам хочу сказать? А я не знаю, как снимаются колеса на этой модели. Они, кстати, еще и на конус сделаны. Диск у них больше по размерам, а резина сделана на конус. Сзади она потоньше, спереди толще. Вот, смотрите, задняя сторона, передняя сторона. Так, ну вот. Как говорится, немножечко мы с вами узнали нового. Небольшой лайфхак по модернизации МЗ, чтобы он стал повыше. Вот. Есть еще одно колесо. Так, ну все. Всем пока. До новых встреч. Смотрите.